Вопрос о дезинфекции транспорта сегодня стоит особенно остро. Им озабочены не только контролирующие органы, но и потребители услуг. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой муниципальный транспорт в Рязани обрабатывается регулярно после каждого рейса. Ежедневно подвижной состав муниципального пассажирского транспорта проходит дезинфекцию салонов. На конечных остановочных пунктах на всех есть специальный человек, который проводит дезинфекцию специальными средствами, одобренные Роспотребнадзором после каждого рейса. Для лучшего понимания ситуации специалисты сравнивают COVID-19 со знакомым всем нам гриппом. Пути распространения и группы риска схожи, однако коронавирус гораздо более заразен и намного более живуч. Вирус остается жизнеспособным при попадании на поверхности предметов. Для того, чтобы этого не произошло, важно регулярно проводить дезинфекцию любых поверхностей, до которых, вероятно, касание многих людей. Под контролем находится и коммерческий транспорт. Также коммерческие перевозчики проводят дезинфекцию салона после каждого рейса, влажную уборку, дезинфицируемыми средствами. У них это все имеется в салонах. Сотрудники управления транспортом контролируют данный процесс ежедневно. Дезинфекция включает в себя обработку специальными составами ручек, дверей, поручней, подлокотников, кресел, откидных столиков, пряжек, ремней безопасности, панели управления, пластиковые, кожаные, металлические части сидений транспортных средств обрабатываются полностью. COVID-19 легко распространяется, но его уничтожение не требует сильнодействующих составов. Тщательность и регулярность обработки – залог успеха в борьбе с распространением инфекции. При этом для обработки транспорта используются составы, которые не представляют опасности для здоровья людей. Сразу после завершения процесса дезинфекции транспорта от коронавируса он может дальше использоваться сотрудниками и пассажирами.